Всем привет, с вами Иван Теоретик, и это мое новое видео, и да, вы на канале Теоретика Вайса. Кто не знает, он ушел в отпуск, поэтому сейчас он пока что не будет снимать видео, и вместо него снимаю видео я. Да, сегодня я стал призраком, а почему? Потому что в конце моего короткометражного фильма вместе с Теоретиком Вайсом я умер. Да, сегодня я расскажу про наших персонажей, основных персонажей в короткометражке. Да, их было, конечно, очень мало, но в целом, зато вы узнаете, может быть, что-то даже новое, если что-то не поняли в самой короткометражке. Ссылка на мой канал и на короткометражку будет в описании. И, кстати, уже скоро, может быть, мы выложим бэкстейдж, да, как мы снимали данный фильм. И, надеюсь, вам очень понравится, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну что, приступаем. Поехали. Иван Теоретик. Настоящее имя Иван Тишко. Возраст 12 лет. Деятельность видеоблогер. Главный персонаж короткометражного фильма «Последняя теория». Роль в фильме Иван Теоретик. Обычный человек, который живет 11-12 лет. Учится и живет обычной жизнью. Он очень добрый, но бывает и странный, и немного туповат. Однажды летом он проснулся и увидел, что на его канале стукнуло 100 подписчиков и решил придумать крутую идею для очень офигенного ролика. Но вдруг ему начал писать какой-то юзер. Он писал комментарии, присылал письма и взламывал компьютер Ивана. Иван всякими способами пытался остановить его, но у него не получилось, поэтому в конце фильма он умирает от катаны юзера. Вайс. Настоящее имя Алекс Вайс. Возраст 16 лет. Деятельность ютубер-блогер. Главный злодей короткометражного фильма «Последняя теория». А роль в фильме – юзер. Это главный злодей короткометражки, очень умный и таинственный персонаж. Изначально нам неизвестно, в чем заключается его миссия, но мы точно знаем, что он убил уже множество человек, при этом у полицейских заметок на него никогда не было. Он имеет значение хакера и инженера, ведь незаметно от глаз жертву он с легкостью может подбросить с помощью своих маленьких изобретений разные прослушки. Любимое оружие юзера – это его катана, которая была единодыжды продемонстрирована в короткометражке. А роль Вайса. В фильме Вайс – это друг Ивана, который изначально не поверил Ивану в его бредовые шутки, но далее убедился, что это были не шутки, и в конце фильма нам было продемонстрировано, как Вайс уезжает из города. На этом видео заканчивается. Она получилась не таким уж и большим, но это такое мини-видео для, так скажем, любителей и тем людям, которым понравилась короткометражка. Если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Подписывайтесь, ставьте лайки на мой канал, на канал Вайса. На этом было все. Пишите свои комментарии, не знаю, теории, может быть, даже по короткометражке. Мы будем очень благодарны каждой вашей идее. На этом все. Подписывайтесь и ставьте лайки. И всем пока!